Ольга Стельмак больше 10 лет постоянный клиент Стравиты. С появлением в Беларуси накопительной пенсии тут же отправилась заключать договор. От зарплаты отчисляет 3%. Сумма, говорит, практически незаметная. Но это пока. На работе девушка первопроходец. Следом в страховую компанию обращаются и коллеги. Это очень удобно, потому что не нужно ходить никуда. Все удерживает из зарплаты. Я думаю, что настал тот период, когда нужно уже позаботиться о своей достойной старости. Очень интересная программа. Во-первых, надежная компания, которую я знаю давно. Во-вторых, поддержка государства. Добровольная накопительная пенсия действует в стране с октября 2022-го. За это время специалисты оформили порядка 11 тысяч договоров. Преимущество системы в том, что по достижению почтенного возраста человек сможет получать дополнительные выплаты в течение 5 или 10 лет. Чем раньше работник начнет копить на будущее, тем выше станет ежемесячная прибавка к трудовой пенсии. Клиентам предлагают несколько программ. Самая популярная – 3+3, где сотрудник и наниматель отчисляют одинаковую сумму. Специалист на месте поможет подобрать подходящий тариф. При необходимости процент можно менять, но не чаще раза в год. По тарифу 3+3, к примеру, клиент, который заключает договор на 15 лет с зарплатой в 1200, в течение 5 лет сможет ежемесячно получать 528 рублей. Забрать досрочно деньги не получится. В случае, если участник системы уходит из жизни, остаток единовременно передается по наследству. Между тем, работники, которым до пенсии осталось меньше 3 лет, участвовать в программе не смогут. Программа накопительного страхования дополнительной пенсии с каждым днем набирает все больше популярности. К нам обращаются не только люди, которым до достижения пенсионного возраста осталось 5-10 лет. Все больше эта программа популярна среди молодежи. Причем обращаются к нам не только жители города Бобруйска, но и близлежащих районов. Это и Кировский район, и Глуск. Чтобы развеять все сомнения, Стравита проводит вебинары для работодателей. Плюс специалисты готовы выехать на предприятие, чтобы ответить на вопросы сотрудников и на месте составить договор. На официальном сайте страховой есть калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно сделать расчеты. Офис компании в Бобруйске работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, в пятницу до 16 часов. Здесь гарантируют обеспечить достойный, заслуженный отдых. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.